Прошлое, настоящее и будущее. Именно так Ермек Турсунов характеризует свою кинотрилогию, куда входят Келин, Шал и только что явленный зрителям фильм «Кенже». Работа над новинкой длилась несколько лет. «Кенже» — это моя попытка заглянуть вперед. То есть вот этот мальчик уходит, подросток, вот он куда-то идет, как вы говорите, мотив дороги. Куда он идет, что его ждет, мы же не знаем. Но мне не хотелось выглядеть абсолютным пессимистом и захлопывать дверь. Финал открытый, мне хотелось, чтобы оставалась какая-то надежда, то есть это наше будущее. Сюжет боевика незамысловат. Два брата, оставшись без родителей, покидают родной аул и уезжают в город, чтобы найти свое счастье там. Они вырастают и становятся обеспеченными мужчинами. Причем зарабатывают далеко не честными делами. На следующей станции ты выходишь. Торопишься? Да. Помимо казахстанцев, Жандоса Айбасова, Айнур Ниязова и других, в кинокартине снялись профессионалы российского разлива. Эдуард Ондар сыграл старшего брата, а Ольга Зайцева – наемного убийцу, которой заказали главного героя. Ну, есть такая вещь у мужчин, то есть быть мужиком, значит, надо быть. А вот такой вопрос задавался. А хоть белой стороне или черной стороне, но надо оставаться мужчиной. Вот такой у меня персонаж. Я Ермеку изначально сказала, я говорю, она не может быть плоской, она должна быть абсолютно, у нее должно быть развитие. И когда у нее в течение фильма есть развитие, да, она сначала убивает, приходит, уши приносит, да, там еще что-то. А потом, когда существует развитие, и когда в конце она уже по-другому одета, она по-другому выглядит, она по-другому на него смотрит. В этом есть интерес, на мой взгляд, опять же. Съемки проходили не только в Казахстане, но в Испании и Таиланде. Размах в фильме присутствует, правда, ощутили его не все. «Кенже» — это вообще просто очень слабая история. Она, в ней нет конфликта, то есть конфликт он как-то обозначили его в самом конце, что он есть, да. А, собственно, всю историю подноготную этого конфликта, она непонятна абсолютно никому, и не знаю, почему, за что сейчас хвалят этот фильм, господа журналисты. Мне понравился Жандос Айбасов. Неплохой оператор, такой оператор, то есть все хорошо снято, да, было. Ну и музыка неплохая была. В общем-то, все. Ну, на то они и критики, чтобы критиковать. У казахстанцев тоже есть возможность сложить свое мнение о новом творении Турсунова. Фильм «Притча Кенже» уже вышел в прокат.